Здравствуйте. Я Владислав Абрамович Перлин. В центре специалист я веду курсы по прикладному программированию и некоторые другие. Наш курс по вычислительным методам и основам визуализации данных на языке Python посвящен библиотекам NumPy и Matplotlib, которые стали стандартом де-факто для этого вида деятельности и позволяют выполнять расчеты и выполнять визуализацию данных в соответствии с принятыми стандартами, что очень важно не только для визуализации данных на веб-сайтах, но также и для их публикации в различного рода источниках. Эти библиотеки пригодятся прикладным программистам, но не только. Также они пригодятся научным работникам, бизнес-аналитикам и вообще всем, кто имеет дело с анализом и визуализацией данных. Материал этого курса будет полезен не только программистам, но также научным работникам, бизнес-аналитикам, где востребована подобного рода деятельность. Основы самого языка Python на этом курсе не изучаются, этому у нас посвящены отдельные курсы, а этот курс посвящен конкретному, очень важному вопросу. Приглашаю вас на наш курс.